Сегодня зарубежные и российские знаменитости отмечают День всех влюбленных. В честь праздника телеведущая Ксения Собчак похвасталась откровенным фото с певицей Натальей Ионовой и дизайнером украшений Яной Расковаловой. Три блондинки предстали в одних только юбках, позируя берегу во время заката. Светские львицы прикрыли руками обнаженные груди друг друга и сделали чувственное выражение лица. По словам Ксении, фото сделал муж Яны под руководством режиссера Константина Богомолова. «Отчаянная и отчаявшаяся, решетка моя Валентинка», подписала чувственный снимок Собчак. Пост вызвал бурные эмоции звезд. Модель Виктория Одинцова оставила в комментариях несколько эмоджи в виде пламени и написала «Огнище». Шутливый, но при этом трогательный отзыв оставила героиня фото, Наталья Ионова: «Главное в жизни – это поддержка. Люблю вас, мои девочки». Несколько фолловеров отметили, что у Ксении убежала грудь. Другие же наоборот, заявили, что бюст телеведущей самый красивый и выглядит натуральным. Комплименты достались и Яне с Натальей. «Вот это фото! Супер, смело! Три красотки, бомба, а не фото, жара, прекрасные женщины на великолепном фоне заката. Ох, неплохая Валентинка», — написали поклонники. Кадр был сделан во время поездки телеведущей на Мальдивы. Вместе с Натальей она отдыхала в курортном отеле «Сонева Фаши», который расположен на атолле Баа. Звездные подруги уже тогда публиковали жаркие кадры. Новый пост Собчак произвел фурор и от того, что она осуждала женщин 40+ за обнаженные фото. Слова ведущие о том, что так поступают только отчаявшиеся, выставляя себя на посмешище, на свой счет восприняли несколько звездных дам. Тогда Ксению высмеяла Светлана Бондарчук. Она опубликовала интимный кадр, упомянув в подписи, что ей уже за 40. Светскую львицу поддержала Эвелина Блёданс. Актриса заявила, что ее кадр в купальнике посвящен всем купальника-ненавистникам взрослых девочек, намекая на Собчак.